Особенно много мусора оказалось на склонах возле жилых многоквартирных домов. Здесь собрали не один десяток пакетов с отходами. Вот этот мусор сюда никто специально не завозил. Наверное, жители вот этого дома и сюда и побросали его. Нам, конечно, неприятно это, потому что мы здесь живем. Ну, я лично здесь не живу, я из Адлера приехал помочь убрать. Но неприятно, конечно, обидно. Волонтеры проводят субботники в разных районах Сочи каждую неделю. Однако они уверены, что заботиться о чистоте курорта могут и сами горожане. Чаще всего для этого достаточно просто не мусорить в собственных дворах, на детских площадках и улицах. Ну а жителям улицы Чехова теперь предстоит поддерживать порядок, который навели возле их домов на субботники.